Теперь я буду открывать. А что ты будешь открывать? А покажи. Давайте посмотрим, что у Владика сегодня появилось. Это машина? Спецмашина, спецтранспорт, да, Владюш? Очень интересно. Никак не может открыться. А что у тебя тут еще есть? Ой, какие-то орешки. Ты сегодня удачно сходил в магазин, скажи? Да. Очень удачно, да? Смотрите, ребята, как можно удачно ходить в магазин. Так, помогает Владику открывать Алиса. Алисонька, может, отойдешь? Это наша кошечка. Да, Владюш, твоя кошечка? Да, моя кошка. Твоя кошка Алиса. Да. Да, ты Алиса. Вот Алиса представилась. Сказала, я Алиса. Всем привет. А вот и машина. Какая? Вот какая машина. Это очень классная машина. Видите, что даже Алиса не может от нее оторваться. Так, Владюш, ну давай. Алиса помощница у тебя, да? Владюх, помощница. Алис, ну перестань помогать. Так, и так, Владюша, все получается. Так, машинка открыта. Ой, какая машинка классная. Это машинка самосвал, да? Вот какая классная. Прицеп, да, есть? Да, прицеп. Прицеп. Вот он так одевается. Ага, еще и погрузчик такой, да? На прицеп ставится. Обалдеть, Владюша, вот это да! Вот это да! Вот как он еще может нажиматься и ехать. Отойдать. Да. Здорово. Так нажимается. И выгружается, да? Владюша, сейчас мы тогда подлечим сопли Владюшкины и пойдем в песочницу. Испытывать новый транспорт, да, Владюшка? Давай. Я буду открывать шарики. Ты будешь открывать шарики? Да. И есть. А, ну и есть их будешь, да? Да. Какой ты молодец. Так, тебе машина понравилась? Угу. Шарики вкусные. Угу. Так что, давай залечивать сопли и идти в песочницу играть. Угу. Вот такая у нас сегодня машина появилась. Машина очень классная, да? До новых встреч в песочнице вместе с этой машинкой. Да, сыночек? Пока-пока. Пока-пока.